Мы продолжаем гулять по городу. Я остановилась показать вам, смотрите, какой отель Абхазия. Для тех, кто только заглянул на мой канал, мы продолжаем путешествие по Абхазии. Переехали мы из Нового Афона в Гагры. И сейчас подошли в район аквапарка. Вот оно. И направляемся к морю смотреть пляжи. Море бирюзовое. Знаменитые Гагры. Сразу вспоминается фильм «Зимний вечер в Гаграх». Ох, как красиво. Какая пена белоснежная, да? Посмотрите, как сливки белые. Я море снимала в Новом Афоне. Такое небольшое видео у меня есть. Там море черное с серым было. Был шторм, дождь, потом град пошел. Это последний день, когда мы отдыхали. Уже собирались уезжать, вышли к морю. Я решила поснимать, ну, хоть кусочек, потому что никак мы не могли это море поснимать. То сильный дождь, то шторм, то потом град пошел. Один денек вот не было дождя, нам повезло. Мы успели посмотреть и пещеру на Новоафонскую, и монастырь знаменитый. Ух ты, скользко. Тут, смотрите, в перемешку булыжники и немножечко песок. Что? Ну, пойдем вот где колоннада, туда, в центр. Что? Если Гагры хорошо знать, то тут все рядом. Первый раз приедешь, конечно, тяжеловато, а потом уже знаешь, куда идти, где что нужно. Пошел, купил. Вот я попытаться хочу. Ох, ох, ноги не промочить бы. Хочу подняться повыше и поймать волну.
когда был Советский Союз. Мы с таким большим трудом достали путевку для мужа в этот, как он называется, Грузия, знаменитая Грузия, санаторий.